Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дар Риди. У нас четвертый день в игрушке под названием «Новая работа, это не мой сосед». Усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Итак, к нам пожаловала вот такая вот девица, синяя прическа у нее. Довольно-таки симпатичная. Давай посмотрим, есть ли она в списке. Да, она есть, зовут ее Мария Сергеевна, возраст 25 лет, место жительства, квартира 17, номер паспорта 64-730. Так, давайте теперь сравним. 64-730 есть, возраст 25, квартира 17. Да, вроде бы сходится. Мария Сергеевна. А, Мария Сергеевна, вроде бы все прям идеально сходится. Давайте немножко почитаем ее биографию. В тесной хрущевке живет 25-летняя девушка, работающая в библиотеке. Ее квартира – это уютное и творческое пространство, отражающее ее любовь к книгам и экспериментам с внешностью. Вечера она проводит за чтением, пробует новые цвета волос и наслаждаясь тишиной. В выходные она встречается с друзьями или посещает книжные магазины, всегда в поисках новых историй. Ну, вроде бы неплохое у нее увлечение. Выглядит она тоже довольно-таки приятно, опрятно. Никаких подозрений нету, что это лже-житель. Вроде бы все прям идеально сходится, да? Прическа сходится, брови, нос, родинка с одной стороны. Блин. По-моему, подозрений никаких нет. Можно пропускать, я думаю. Я ничего такого не заметил. Мария Сергеевна. Все правильно? Мария Сергеевна, 25, 64, 730. Да, давайте пропускаем. По-моему, это... По-моему, правильно все. Да, я угадал. Опять, кстати, мы в прошлой серии уже с ним встречались. Да, мы его знаем. Это Игорь Рюриков. 27 лет, квартира 2, номер паспорта 87903. 87903, квартира 2, возраст 27. Так, никаких подозрений я не вижу. Какие-то отличия тоже не вижу. Вроде бы все нормально. Так, рубашка. Слушай, ну вроде бы все хорошо. Игорь Рюриков, 27 лет. 87903. Вроде бы... Мне кажется, все нормально, но я боюсь. Я боюсь ошибиться, поэтому я перепроверяю все. Я максимально настороженный. Ладно, наверное, пропускаем, да? Вы видите какие-то отличия? Я вот не вижу никаких отличий. Три зуба золотых, грустенький. С шапочкой. Цвета вроде бы сходятся. Да, пропускаем. И... Надеюсь, мы правильно... Да, вроде бы правильно. О боже мой, это кто такой? Слушай, есть, знаете, такая фобия, боязнь дырочек в теле. Ну, вообще, в принципе, боязнь дырочек, они вот соты боятся. Не помню, как называется, если вспомнишь, напиши в комментариях. Так, смотрим, есть... Он у нас есть! Это вот этот! Это Дмитрий Навилов! Офигеть! Боже мой, что с ним произошло? Я просто не представляю. Это очень страшненько. Давайте почитаем про него. 43-летний водитель автобуса, его квартира, оазис покоя после шумного рабочего дня за рулем. Вечера он проводит, погружаясь в любимые книги или наблюдая за звездами из своего окна. В выходные он отправляется на рыбалку или просто гуляет в парке, наслаждаясь тишиной и уединением. Нет, не пропускаем. Этого определенно не стоит пропускать. Так, смотрим дальше. Кто у нас дальше? Боже мой, да что ж происходит-то? Кто вы все такие? Лёня. Лёня Александрович, возраст 24. Только я не знаю, что с ним случилось. И это какой-то кошмар. 24 года. А давай почитаем биографию. В тесной хрущевке живет 24-летний парень, работающий курьером. Его квартира – это отражение его простого и непритязательного образа жизни. Вечера он проводит, отдыхая после рабочего дня, просматривая фильмы или играя в видеоигры. В выходные он встречается с друзьями или отправляется на прогулку по городу, наслаждаясь его оживленной атмосферой.
Нет, не пропускаем. Это не мой сосед. Это не мой сосед, определенно. Так, смотрим дальше. Ребят, я надеюсь, вам нравятся видеоролики, и вы поддерживаете его лайком. Также надеюсь, что подписался на канал Дар Ариди, это очень важно. Вот, с колокольчиком, всеми уведомлениями, чтобы не пропускать новые серии. Так, она у нас есть в списке, это Аня Семеновна, 16 лет, паспорт 83-55. 83-55, квартира 5. Квартира 5, возраст 16, все вроде бы сходится, Анна Семеновна. Биографию мы читали в прошлой серии, если не смотрел, обязательно посмотри, было интересненько. Слушай, ну вроде бы, я вот не вижу, как она отличается, вроде бы она, да, косичка, челка, определенно она, но я надеюсь, я прав, пропускаем. Надеюсь, не ошибся. Вот сложнее всего клонов определять, Это Джинджер, что с тобой случилось, Джинджер? Ее как-то перекосило, мне страшно. Это какое-то инопланетное существо, определенно. Читали тоже про нее. Это Юлия Соколова. Немного на Джинджер похоже. Так, ну, конечно, не пропускаем. Это не она, тут даже нет смысла ничего читать. Квартира 1. Как бы все сходится, но вот лицо у нее явно перекорешено. Слушай, я вот интересно, а если это действительно настоящий жилец, ну просто мало ли что случилось. Может быть, она 3 дня гуляла, может быть, я не знаю, может быть, упала, ссадины появились, может быть, кого-то могли побить или авария случилась. Ее немножко, возможно, какие-то ссадины, царапины появились. И что, теперь не пускать, что ли, такого жильца? Как-то странновато. Но мы, конечно же, не будем пускать, потому что иначе мы проиграем. Поздравляем, вы пережили 4-й день. Отличненько, идем назад. И у нас день 5-й. 5-й день. Мы большие молодцы с вами, ребята. О, здорово, здорово, здорово. Так, это Семен Петров. Кстати, похоже на какого-то персонажа из Простоквашино, так мне кажется. Но это Буба определенно, вот этот. Ярик, Буба, кожаное лицо, очень сильно похож. Это тоже из какого-то мультика, я помню. Так, Семен Петров, вроде бы мы читали, да, про него биографию. 42-летний мужчина, живущий в хрущевке. Офисный работник, он живет один и у него нет семьи. Его квартира небольшая и скромная. Отражает его одинокий и изолированный образ жизни. А 42 года, квартира 9, номер паспорта 04-712. 04-712, вроде бы все сходится. По внешнему виду... Ну, я вот не вижу каких-то отличий. Вроде бы он, да. Галстук приличный. Маленький рот, большой нос красный. По-моему, это он. Пропускаем. Вот клонов реально сложнее всего угадывать. Я в раз ошибся просто из-за одной родинки. О, боже мой. Бабушка, привет. Что с твоими глазами? У нее определенно что-то не так с глазами. Смотрите, сразу бросается в глаза. Ее глаза сразу бросаются в наши глаза. Но тут, скорее всего, все будет сходиться, да? Паспорт. Тут смысла нету даже паспорт у нее проверять. Потому что явно это не она. Не пропускаем. Это не мой сосед. Не мой сосед. Так, идем дальше. Кто? А, что с твоими ушами? Я помню тебя в прошлой части. Тоже нет смысла читать биографии, но вот кому интересно, посмотрите. Обязательно посмотри предыдущий видеоролик, я оставлю ссылку в описании, если не забуду. Чекни. Вот, также, если ты хочешь поддержать материально, можешь стать спонсором на Boosty, либо же сделать единоразовый донатик в Donate Alerts, либо же заходить на стримы канала AlexPlay, мы там часто стримим разные игры, и там можешь в прямом эфире поддержать материально, если хочешь. Буду благодарен тебе. Так, ну что ж. Но у него уши какие-то обвисшие, да? Обвисшие. То есть не пропускаем, это не он. Не забудь, что первый мой канал Дар Риди, а второй канал The Alex Play. Можно просто Alex Play. Буба, кожа на лицо, здравствуй. Так, ну слушай, но тут вроде бы все нормально. Вот те люди, которые смотрятся нормально, они самые такие сложные и подозрительные. Тут надо прям их тщательно проверять. Так, возраст 39, Ярик Молотов.
57012 паспорт. 57012 все сходится. Квартира 14. Да, вроде все сходится здесь. А, по внешнему виду. По внешнему виду. Ну, вроде бы ничего такого примечательного. Это наклон тоже не похожий. Шрам на месте. Да, пропускаем. Я понимаю, что Буба кожа на лицо, он маньяк, все такое. Но все же подозрений нет его не пропустить. Так, хорошо, давай глянем. Это Сарик Бобков. Сарик Бобков? Сарик Бобков, 60 лет. 60 лет, квартира 15, квартира 15. А, номер паспорта 23572. 23578! А, ну да, 23578. Я просто сам не так почитал. 23578. 23578. Я что-то его не заподозрил, просто потому что ошибся. А, внешний вид. А, ну, вроде бы ничего такого примечательного не вижу. По-моему, это он. По-моему, нам следует его пропустить. Да, это определенно он. Ладно, пропускаем. Надеюсь, я не ошибся. Надеюсь, это не клон. Да. Бог ты мой, что с тобой-то случилось? Ему просто вырвали глаза и зашили их. А если реально такое случится, он домой хочет попасть. Мы что, его не пустим? Леня Александрович. Да, у него явно ему поплохело что-то. Блин, по идее, скорую надо вызвать. Что с твоими глазами? Ему зашили глаза. Ой, это криповенько, это криповенько. Нет, конечно же, не пропускаем. Тут смысла нет даже как-то сравнивать. Это не мой сосед, не наш. У нас таких не было, уходите. Поздравляем, вы пережили 5-й день. Отлично, остался последний день. Вот, мы будем игру проходить по 3 дня, ребят. Вот, да, серии будут короткие, но зато мы растянем удовольствие. День 6-й. О, боже мой, что у тебя в ноздрях? Ну, это не червь, да? Похоже, он съел осьминожку, да? И она решила вылезти из его желудка. Через нос почему-то. Рот, видимо, закрыт. Боже мой, это не мой сосед, не мой. Уходи отсюда. Прикольная игруля. Есть еще оригинал. Может быть, поиграем в оригинал, но там на английском. Так, давай сравним. Опять он. Сарик Бобков, 60 лет. Сарик Бобков, 60 лет. 15-я квартира. 15-я квартира. Номер паспорта 23578. 23578. Вроде бы все сходится. Только единственное подозрение, почему он... Ну, хотя, это же следующий день. Может быть, он работает. Ему часто приходится выходить. Не вижу ничего такого подозрительного. Два усика, бородка. Ну, вроде он. Вроде он. Пропускаем. Что-то я боюсь. Пропускаем, да. Тоже не клон. Надеюсь, я прав. А, почему? Это клон был! Это был клон, серьезно? А где я ошибся? Я ошибся, давайте... Но это не клон сразу. Но это клон определенно получается был. Давайте повнимательнее будем. Надо было быть более настороженным. Зря я так. Вот, смотри, он опять пришел. Надо понять, где я ошибся. Может быть, в названии Сарик Бобков, 60 лет. Сарик Бобков, 60 лет. Место жительства, квартира 15. Паспорт 23578. А где я ошибся? Ну, это клон, да, получается? А, борода. Усики. Седой. Боже, я не понимаю. Ну, глаза вроде бы одинаковые. А в чем? У него ушей нету! Боже мой, ну как так можно было? Я все посмотрел, кроме его ушей. У него не было ушей. Вот, смотри, у него здесь есть ухи. Вот здесь есть уши. Вот здесь есть уши. А здесь у него нет ушей. Как так можно было ошибиться? Да, реально, это же так очевидно. Да, это был клон.
Безухий клон. Короче, обращаю внимание на уши. Следующий. Так, все, я буду максимально внимательный. Опять Игорь Юриков. 27 лет, да? Посмотрим. 27 лет. Квартира 2, паспорт 87903. 87903. Все вроде бы здесь сходится. Вот сейчас будем искать клона, да? Как будто бы тут более вытянутое лицо. Вам не кажется, что у него более вытянутое лицо? Я уже максимально стал подозревать всех. И вроде бы так все. Так, хорошо. Лямка на той стороне. Футболка вроде бы та же самая. Воротничков 2, подбородочек, 3 зуба, нос. Уши есть, уши есть. Кипченка. Хмурый, грустный. Это он, ну, я не знаю, по-моему, это он. И? Да, это он, отлично. Ладненько, ладненько. Ольга Павловна, 51 год. Да, все сходится. Квартира 5. Квартира 5. 112-68. 112-68, все сходится. Так, смотрим. Прическа вроде та же самая, да? А, брови есть. Нос есть. А, глаза. Морщинки. Та же самая одежда. Уши на месте. Уши, ну, слушай, ну, блин, я не вижу повода не пропустить ее. По-моему, ну, это, по-моему, она реально. Если вот так быстро смотреть. Прическа такая же, да? Ну, по-моему, это она, я не знаю, если это не она. Куда смотреть? Да, мы угадали, это она. У него какие-то глаза. Я уже его запомнил, у него глаза другие. У него другие или нет, такие же. Дмитрий Навилов, 43. 43 года, квартира 13, паспорт 06-489. Номер паспорта другой, прикинь. Вот не зря мы привели. Тут 06-489, а тут совсем другой паспорт. И это не мой сосед. Номер паспорта у него другой. Чистка завершена. Дратуйте, дратуйте. Кто ты? Иван Семенович. Мы тоже про него читали. Возраст 73 года. Квартира 4. Паспорт 26-741. 26-741. Внешний вид. Давайте глянем. Так, помпончик такой. Зеленая шапка. Морщинки, уши на месте, уши на месте. Грустный. Глаза вроде бы такие же, нос. Рубашка, пиджак. Все то же самое. Но вот опять же, я не вижу повода его не пустить. Максимально похож, максимально. Ладно, пропускаем. Пожалуйста. Да, поздравляем, вы пережили шестой день, ребят. Ну что ж, давайте на этом закончим. У нас вторая серия завершилась. Ну не переживайте, у нас еще 7-8-9 день. Как минимум еще будет две серии. Так что подпишись на канал Дар Риди, нажми колокольчик, все уведомления, чтобы не пропускать новые серии. Вот. В общем, все важные ссылки в описании. Можешь как-то поддерживать материально, если хочешь. Если есть возможность, то я буду не против. Вот, на этом закончим. Пока что, да? Когда пройдем игру, я думаю, можно будет оригинал попробовать поиграть. Но это будет позже. Еще Аманда Путешественница выходит, вторая часть. Будем снимать, разбирать. Пока что демка, но все равно мы ее разберем максимально. И постримим, и поразбираем. Поэтому подходи, чаще заглядывай на канал Дар Риди. Тут много классного контента. Всем до скорого, пока-пока, хорошего вам настроения. Увидимся.